50 молодых специалистов «Газпромнефть Муравленко» примут участие в 4-й научно-творческой конференции. Уже в середине марта стартует первый этап конкурса, а к концу месяца жюри, в которое войдут руководители предприятия, определит победителя. Тему продолжит Евгений Дегтяренко. Готовиться к конференции молодые специалисты начали уже давно. Сейчас же многие уже заканчивают работу над своими проектами. Дмитрий Власов избрал для себя тему разработки сутерменского месторождения. Готовлюсь к ней в свободное время от работы. Естественно, получается выделять несколько часов. Каждый вечер приходится сидеть, задерживаться на работе. Ну, таким образом посвящаю, стараюсь выполнить работу. Требования к работам довольно жесткие. Тема должна быть актуальна для предприятия, иметь практическую значимость, и при этом внедрение проекта должно приносить экономический эффект. К тому же недопустимо повторение разработок прошлых лет, а в нынешнем году конференция проводится уже в 4-й раз. В «Газпромнефть Муравленко» творческий конкурс молодых специалистов называют стратегически важным мероприятием, поэтому помощь в создании проектов оказывают сотрудники всех подразделений предприятия. Ведь в конечном итоге почти все разработки молодежи затем внедряются в производство. Дает молодому специалисту прежде всего раскрыть свой научно-технический потенциал, заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте, значит, показать свои идеи, да, для внедрения в производство, выставить их на суд жюри, отработать их со специалистами. В нынешней конференции примут участие 50 молодых специалистов. Конкурс будет проходить поэтапно. 16 марта определят лучшие работы в секции геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений. 23 марта пройдут слушания по поддержке бизнеса, технологии добычи, транспортировки и подготовки нефти и газа. 30 марта состоится итоговое пленарное заседание, на котором будут определены имена победителей.